Сельхозпроизводители со всей области изучили опыт коллег. На базе марксовского предприятия прошел семинар для предприятий, которые занимаются выращиванием сои. Пока эта культура в регионе не очень востребована, но специалисты пророчат ей успех в будущем. Тему продолжит наш корреспондент. Зерновые культуры уже собрали. Сегодня на полях Марксовского района приступили к уборке бобовых. Приятное решили совместить с полезным. О жатве и будущем урожая рассказывают своим коллегам. На семинаре для сельхозпроизводителей демонстрируют новейшую технику и то, каким должен быть урожай сои, выращенный с соблюдением всех правил. Я считаю, что это очень хороший результат. Да. Сейчас на данный момент вот контрольный обмолот показал здесь 33 центнера урожайности. Сои, я считаю, что это, наверное, самая перспективная культура, если грамотно подходить к выращиванию сои. На семинар съехались производители со всех районов области. Организаторы говорят, приглашали 30 человек, приехали 80. Среди гостей семинара даже те, кто занимается другими культурами, а соей только интересуются. На сегодняшний день на территории Саратовской области по этому году у нас сои было не так много, 17,5 тысяч гектаров всего посеяно и убрано. А вот этот живой яркий интерес говорит о том, что развитие сои, особенно на поливе, становится крайне актуальным. Производители начинают понимать, что модернизация и внедрение новых технологий – это главный залог успеха. На этом предприятии Маркса идут в ногу со временем. Здесь производят около 200 тонн растительного масла в сутки. Сейчас заканчивают строительство новой технологической ветви. После этого смогут перерабатывать в два раза больше продукции. У нас есть свой рынок, очень серьезный. Потому что сегодня не важно, что ты производишь, важно, как ты еще умеешь продавать продукт, да? А вот у нас это есть потребитель, и мы не имеем это самое дисбаланса в продажах. То есть мы на самом деле сколько производим, столько продаем. Потребитель найдется на любую сельхозпродукцию, говорят чиновники. Главное для производителей – модернизировать оборудование и закупать качественное сырье. А им уже обеспечат местные сельхозпроизводители. Александр Филин, Елена Губенкова, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.